Всем привет, уважаемые дамы и господа. Я очень надеюсь, что вы меня слышите и видите. Сегодня хочу показать вам игру, которая называется Shadows, то есть оттенки. В переводе это означает оттенки. Мы будем с вами играть в оттенки. Оттенки — это игра, которая... У нас идет ответвлением, некий такой спин-офф от игры. Сейчас вспомню, как она называется. Shadow Fight. Shadow Fight была игра, потом Shadow Fight 2 и Shadow Fight 3. И вот сейчас мы будем играть Shadows. Это ответвление, это, ну, можно сказать, Shadow Fight 5. Это игра в жанре roguelike или рогалик, где мы проходим определенные бои. И после чего мы с вами будем увеличивать свой навык и усиливать того персонажа, за которого мы сражаемся. Ну что, поехали. Давайте защитную фокусировку второго уровня сделаем. И будем уже дальше двигаться с этой фокусировкой. Против нас выступает воин-ниндзя. Мы же представляем клан кунг-фу. Это стиль монахов Шаолиня. Ух ты, мазафака. Смотрите, как классно сражается мой оппонент, но если учитать то, что я сражаюсь без оружия, то, конечно же, это не самый лестный для него отзыв для моего оппонента. Так. Так. Водоворот тайн. Неожиданный удар. Шанс критического попадания 10%. Или можно взять... Так, я не понял, то что нам рекламу сейчас будут впаривать, что ли? Сейчас поставим на паузу. Получили некий навык, который называется панцирь. Ой-ой-ой. Все-таки вырубили нас. Все-таки нас вырубили. Но мы поднимаемся, используя орла. Для того, чтобы вернуться в эту схватку. Утя! Ох, как отлично, хорошо, мы подрались. О, смотрите, этот оппонент выступает тоже без использования какого-либо оружия. Он сражается голыми руками, сражался. Шанс критического попадания 10% по мере потери здоровья урона растет. Каждое четвертое попадание блок пробивает его, нет. Но все-таки инстинкт выживания будем использовать. Уже на этом инстинкте будем пытаться что-то показать. Ай-яй-яй, как нехорошо. Первый удар пропустил. Ух ты, неплохо. Ать. Ох, как хорошо. Навстречу мог бы попасть, но не попал я. Но вражина уже, конечно, попадает. Их ты, блин, в бубен. Прямо в бубен пропустил ударище. Да ты шутишь. Смотрите, как хорошо начал и закончил. Просто чудовищно закончил. И проиграл. Ужас. Так, что мы получаем за такой? Мы получаем, наверное, некое усиление атаки и шапку. Дает ли она нам что-нибудь? Я не знаю.
Ты вернулся? Что произошло? Говорит нам Мэй. Я не уверен. На той стороне этой дыры враги. Я сражался с ними и проиграл. Я должен был погибнуть. Возможно, тебе как-то помогло то, что ты раньше был, ну, теневым. Сомневаюсь. Но может, в этом замешана та женщина из моего сна. Кажется, люди называют это интуицией. Здравствуй. Приятно осознавать, что получилось извлечь тебя из разлома. Полагаю, теперь обязан тебе жизнью. Спасибо, но кто ты такая? Голос в голове. Можешь назвать меня искательница. Да, это ближайший аналог на вашем языке. Но я не могу задерживаться. Твое излечение потратило много моих сил. Пока могу сказать лишь, что мы еще встретимся. Тень, что случилось? Ты как будто впал в транс или что-то вроде того. Все в порядке? Задумался. Я не могу надеяться на то, что в следующий раз снова смогу спастись. Я должен рассчитывать только на себя, говорит нам Тень. И награда за первую покупку тут какая-то идет. Я не знаю, что это. Но, естественно, покупать ничего не собираюсь. Проныра. Где-то тут у меня припрятан сундук. Как раз для такого случая. А, да, вот он. В общем... Припрятан какой-то здесь сундук, но, судя по всему... Ах, вот оно что, смотрите-ка. Я получил некое оружие. Экипируем тебе оружие. Теперь можно будет спасать сенсея. Наконец-то. Наконец-то. Так, одеваем шапку. Ух ты, как у Кунг Лао почти. Шапочка. Одеваем. Так, а можно как-то улучшить? Улучшаем свои перчатки. Кепочку уже, наверное, не получится улучшить. Да, уже не хватает очков улучшения. Ну, ничего страшного. Сейчас мы будем действовать уже иначе. Иначе будем действовать. Сейчас я только на одну секундочку буквально. Сейчас мы запустим таймер. Стоять. Сейчас, ребята, буквально 5 сек. Все, пошло дело. Возвращаемся в игру. Так, значит, у нас из экипировки имеется шапка и перчатки. Это поможет нам проходить игру дальше. В магазине сейчас мы ничего не можем приобрести, потому что все приобретения либо за донат идут, либо идут они за какие-то деньги, которые мы еще даже не заработали. Не очень я доволен тем оружием, которое мне дали, но уж как есть. Так, это у нас что? Тяжелая броня. Плюс 28 к защите, плюс 4 к здоровью дает. Это хорошо, в принципе. Даже можно сказать, что я не ожидал, что такая крутая экипировка у меня будет. Шапка Кунг Лао, тяжелая броня и какие-то цестусы или что это за хрень, я не знаю. Кефир прошлого тысячелетия. Всем, ребята, вам привет. Ой-ой-ой, я пока читал чатик, немножко отвлекся. Ух ты, нифига себе, с одной плюшки вырубил. Охренеть. Ниндзя пал с одного удара. Так, теперь нужно внимательно отнестись к выбору нашего улучшения. Каждые 10 секунд. Так, пробивает блоки, наносит 20% урона. По мере потери здоровья урон атака растет до 30%. Здоровье увеличивается на 10%. Крепкое здоровье. Ну, все-таки я привык во всех играх только в это вкладываться, в здоровье и в щиты. Потому что здоровье, оно всегда критично во многих играх. Ох, какая красота! Блин, ты смотри, а.
Опа! Вот это хайкин в голову, просто бесподобно. Так, а кто же у нас сейчас на стриме находится? Что за человек? Давайте попробуем нажать на пиктограмму этого человека. Так, это, наверное, кто-то. Вот кефир, не знаю, кто это. Может быть, это вот он и есть. Ну, обычно на человека нажимаешь и сразу уже кто-то. Я не знаю. Кефир, если это ты, привет. Рустам, если это ты, привет. Лорд, привет. В общем, привет всем вам, участникам данного стринга. Стрима. Вот опять Александр Федоров. Здравствуй. Разрывание. Каждые 4 попадания в блок пробивает его с 20% урона. Здоровье увеличено на 20%. Крепкое здоровье. Сила тигра. Урон увеличен на 10%. Ну, давайте урон тоже увеличим, потому что урон, как вы понимаете, это тоже достаточно такая интересный показатель. Ух ты! Ух ты, как он, смотрите, что делает. Ах ты ж падла ты такая. Ну ладно. Придется руками его убивать. Собаку злую. Блин, надо было сразу таким приемом действовать. Так, лапа гибели. Урон при успешной атаке в голову плюс 35%. И мгновенно останется 30% здоровья. Так, это навык? Или что это за хрень? Я купил сейчас. Я купил чисто аптечку, которая вообще не повлияет на дальнейшее путешествие абсолютно никак. Фу-ху-ху-ху. Какое шикарное комбо. Просто пушка. Так, защитная фокусировка. Каждые 15 секунд получает защиту здоровья увеличено на 20%. Каждые секунды прорывает. Давайте все-таки, наверное, вложимся в здоровье. Здоровье увеличим. А вот эта вот тетенька в прошлый раз, она как-то совсем мне не понравилась. Оу. Хорошо, нормально вырубил, нормально. Так, лапа гибели, крепкое здоровье, каждый 4 попадания. Так, ну давайте здоровье качать. Что же сделаешь? Так, ну вот опять рекламу намекают, ну ладно. Давайте сейчас поставлю на паузу и посмотрим их долбанную рекламу. Так, идем дальше. Сейчас мы получили сокрушение. Критический урон 25%. Ну тут, блин,
без рекламы, конечно, тоже никак, потому что... Хорошо, ах ты ж падла ты такая. Ай, хорошо, с колена рубанул, вообще красота, красавчик. Так, выбираем оттенок. Начинайте исцеляться при 30 заряда движения. Офигеть, вот эта штука. Так, значит, мы можем получать какие-то заряды движения. Мои раны заживают на глазах. Поразительное место. И такое спокойное. Здесь у меня есть время подумать о том, что произошло. Эти оттенки... Не видел ничего подобного раньше. Они усиливают меня, но каждый по-своему. Они как будто раскрывают то, что уже есть во мне, и некоторые из них сочетаются друг с другом и делают меня сильнее. Я должен научиться правильно выбирать оттенки, если хочу выжить и во всем этом разобраться. Интересно. Так, попробуем заработать очки движения. Сколько очков движения мне нужно для того, чтобы начать исцеляться, как говорилось в инструкции? Я вот только не помню, про 10 очков движения или про сколько там шла речь. Ох, какая опасная атака была с моей стороны, но противник успешно уходит от этой атаки. Потрясающая техника демонстрируется с обеих сторон. Я действую, и мы вражина. Папа такая тоже хорошо действует. Есть, вырубил. Ага, отлично. Но чувствуется, что уровень моего оружия уже слабеет. Минус 50 уронов от критических попаданий. Вы не можете упасть, отлично. Это хорошая техника. Сейчас, я думаю, она может быть даже поможет нам пережить этот следующий вот поединок против мастера, владеющего трезубцами. Но мастер негодяй очень хорош. Несмотря на то, что он пропустил такую оплевуху хорошую в свою башню. Ах ты, какой собака какая, ты смотри, а я тоже так. Вот вы. Отлично. Приемом хвост дракона свалил его просто как бешеную кобылу. Так, время разрывания каждый секунд. Пробивает блок, нет. Здоровье лично на 20%. Смысла нету сейчас здоровье увеличивать, потому что здоровья просто тупо нету. Чтобы его увеличивать, нужно его сперва восстановить. Да. Ух ты, вот это да. Так, ну, давайте орла возьмем. Возьмем орла и попытаемся что-то продолжить. Хорошо, прямо в голову. Отлично. Вы прекрасны. Отличные, отличные атаки. Ничего, ничего не смог мой оппонент в этот раз показать. Потому как... техника нашего воина-ниндзя была безупречной. По мере потери здоровья он так растет на 30. Неожиданный удар, шанс критического попадания. Каждые 4 попадания только пробивает его. Нет, 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 нет. Я, пожалуй, возьму. Наверное, стиль выживания пускай будет. Сенсей, это, как я понимаю, учитель тех чуваков, которые против меня дрались, либо учитель самой тени. Сенсей, я нашел тебя. Не следовало. Я не намерен возвращаться. Ты сражен теневой энергией, разве не чувствуешь? Вижу. Поэтому я и остаюсь. Мне открылось многое. Не важно, что на тебе происходит, что ты увидел, я тебя не знаю. Ух ты, какой храбрый. Посмотрите, только это какие он броски совершает.
ты шутишь? Я что, сенсей улучшишь, что ли, с первой же схватки? Ах, ты ж мне отсел сам. Я не скрываю его свою жизнь, я не скрываю. Сенсейская рожа. Уча, уча, уча. Это наличие сюжета в этой игре. Наличие сюжета меня очень сильно удивляет. Я даже не представлял о том, что может быть сюжет здесь. Сенсей, ты в порядке? Вполне. Хотя тень мог бы обойтись со мной и полегче. Главное, что ты здесь. И никому больше не нужно лезть туда. Нужно, игла все еще там. И это значит, что где-то там же Орден Ассасинов. Я обязан выяснить, что они замышляют. Там у меня было, возможно, видение. Не знаю, что именно произошло. Но в тот момент я был уверен, что стал частью чего-то большего. Я никогда раньше не чувствовал ничего подобного. И это настораживает. Прошу тебя выяснить, что происходит, мой ученик. Орден менялся, становился сильнее, но рысь понимал, что время на исходе. И если предмет экипировки перековать, он станет намного сильнее. Я научу тебя. Так, давайте что-нибудь перекуем. Я думаю, что нужно начать с брони. Так, нет. Не дадут нам начать с брони, да? Кузница. Мы выбираем, например, шапку, еще одну шапку и делаем слияние. То есть для перековки нужно два одинаковых предмета. Понятно. Вот теперь шапка, которая на нашем герое, может, точнее не может, а уже она обладает, уже обладает совершенно новыми свойствами. Так, максимальное улучшение для кастетов делаем. Ну и для брони тоже делаем по максимуму улучшение. Так, теперь что у нас по игровым режимам имеется? Пока что необходимо нам достигнуть 4 уровня. Ладно, ну давайте попробуем дернуться в этом направлении и увидим, что же продемонстрирует следующий этап. Ух ты как. Хорошо. Я вот что-то не врубаюсь. Это какой-то новый бэкграунд у нас подъехал. Или это все-таки что-то. Просто мы перепроходим. Получается защита увеличивается у каждого. Да нет, убивать нет. Давайте все-таки вложим все в урон в этот раз. Во втором нашем бою будем надеяться, что эта функция поможет удержать победу. Стремительная атака оппонента не дает недалеко прийти в себя, но мы отвечаем бурной серией. Опять же, пропуская удары, получает чудовищный урон.
Так, ну что, поехали. Теперь я получил навык мгновенное возгорание. В начале боя на 10 секунд включается аура. Но это нам уже не поможет, потому что критически малое количество жизни моего челика. Мизантроп готов. Ну, здесь уже, как вы поняли, без шансов победить, ибо невероятное количество жизни было потеряно до этого, поэтому тут ты продолжаешь не жалеть себя. Если эта динамика продолжится, то грядущее ты встретишь травмированным. Грядущее, о чем ты говоришь? Из своей библиотеки я могу наблюдать за многими событиями, но мои возможности не безграничны. То есть ты не знаешь. Я знаю, что недооценка способностей иглы может привести к провалу. Советую выработать стратегию борьбы с ядами. Яды? Значит, понимает, что в честном бою у нее нет шансов, значит, боится. А тот, кто боится, уже проиграл. Проныра. Дружище, в фонаре накопилось золото. Люди благодарны тебе за покой и защиту. Стесняйся, забирай. Окей. Давайте заберем золото и энергию. Так, это хорошо. Что мы можем делать? Так, у нас есть новые предметы экипировки. Это сайт. Попробуем с этим оружием пойти в бой. Ну, не знаю, получится ли у меня что-нибудь с понятия. Можно, кстати. Эй. Можно, кстати, попробовать пройти предыдущий этап, если такое возможно. А, нет, невозможно, потому что акт первый. У меня сейчас на данный момент идет первый акт. Поэтому придется идти в бой. Опять против сильных врагов. Сейчас мы находимся в другом месте. Это заброшенная местность. Ух ты. Фантастика с двух ударов. Просто с двух ударов. При успешной атаке врага ему возвращается 100% урона. Интересная штука. Такого навыка у меня еще не было. Сергей, привет. Виктория, Вика, привет. Вот мизантроп. Мизантроп. Ах ты ж падал, ты так не смотришь, что делает. Так, хорошо, вырубил с ноги. Давайте все-таки действовать. Я не знаю, какой плюс дает увеличение объема здоровья, но как может увеличение объема здоровья дать нам какое-то преимущество, если мы просто-напросто уровень здоровья уже потеряли, то есть нам количество здоровья еще будет. О, как красиво! Вырубил. Как раз на встречу, когда противник закрывался. Плюс 10 атаки, прыжки, минус. 70 большого, ну блин. Так, я хочу брать, ладно. Давай попробуем удары в прыжке. Так, ну что, сразу с этого я начну. Ах ты,
Ладно, какая ты сопоставительная сволочь. Я не хотел обмануть. Она получилась. Она все равно дропнулась. Но... Ультра-инстинкт Гоку. Товарищ. Привет, привет. Я чувствую, что здесь моя душа обретает покой. Теневая энергия в этих дырах нестабильна. И благодаря ей я могу делать вещи, которых раньше я не мечтал. И эта сила нужна мне для того, чтобы добраться до иглы. Но какой ценой я ее получаю? Сейчас нет времени об этом задумываться. Я должен сделать так, чтобы нашему Дозе ничего не угрожало. Совсем немножко восстановил здоровье мой визави. А в следующем бою отправится всего лишь со 16 единицами здоровья. Ты ближний бой я ничего не вижу практически. Вот тебе песик. Ах, ты ж сволочь. И сам упал. Возможно, я отравлю его чем-то, потому что многие враги уже упали. Я же на них не затрагивался. Так. Практически урон. Давайте попробуем здоровье решить хотя бы один балл и... Повлияет ли это на что-то? Ни хрена, это ни на что не повлияло. Печально. Этот мне даже шанса не дал. Печально. Ну да, больше чем половина полоски ХП я у него отнял, но опять же здесь не помогла вам эта техника. Возможно, тебе стоит попробовать другое оружие. Скорость и дальность поражения разных видов оружия отличаются. Так, он предлагает все-таки задонатить, но я не хочу это делать. Я это делать не хочу. Я не хочу ничего донатить. И это неинтересно, потому что я толком саму игру не видел, как я могу донатить, если я не видел саму игру как-то. Ну, давайте еще раз дернемся. Ох, я уже полчаса сижу. Мама, меня затрючит. Дернемся еще раз. Получится, не получится. Ну, и на этом, наверное, пока остановимся. Ну, не получится награду за бронзовую руку. О, а почему? А что? Почему так? Так, это еще что? Значит, я перехожу на тот уровень, который был мне безупречный, по-моему, до второго врага дошел и все. Очень-очень хорошо сражается эта девушка. Помимо того, что у нее довольно-таки ощутимый урон, она еще и дерется. Неужели с ней придется драться на камеру? Просто бред. Я у нее уже выбрал. Охренеть. Даже надо было прыгнуть и сам на прием попал. Мне нечего ехать. Если сейчас проиграю, то что мы потом против тебя выйду. Потому что ну не может быть, чтобы я прямо так уже. Хотя бы даже первому врагу не начистил хлебальник. Кратце, кахан, привет. Так, надо попробовать еще раз. Сейчас только я одену другие перчатки, у меня есть еще. Вот у них урон 114, а здесь 90. Так, ну это хорошо. Значит, давайте попробуем с кастетами.
Ну, даже это, наверное, не кастеты. Этот вид оружия называется... Ну, нет, все-таки кастеты, только с шипами. Я думал, кастеты без шипов, а кастеты с шипами носят разные названия. Но нет. Поехали. Так, я обещал настрелять с этой девки, я хочу выполнить свое обещание. Сироковый 2700. Здорово. Ух, как красиво я ее снял. Мама мия. Просто блестяще. Паша, привет. Так, критический урон плюс 25. Ну, окей, давай. Попробуем эту херню. Я разве еще не покупал. Посмотрим, поможет или нет. Значит, нужно выжидать 10 секунд. Хорошо. Ух ты ж, жалко. Ну тварь ты. Хорошо. Замял, на тебя. Все. Закончили упражнение. Я проанализировала способности, которые ты получаешь в разломах. Некоторые из них хорошо сочетаются друг с другом. На что он намекает? Я не понимаю. Так, максимальное улучшение. Блин, я сейчас шапку улучшу. Ну что, дернуться еще разок, а? Или нет? Или хорош уже? Так, а вот если мне говорят, что я награду получу, то что интересно, чем это все закончится? Вот я сейчас зайду на уровень пониже и попробую подраться. И говорят, что я не получу награды. Может быть, хотя бы какой-то опыт или какое-то продвижение по навыкам. Если не будет наград, имеется в виду, какие награды? Денежные или что вообще? О чем речь идет? Какая-то... Кончиком носка сделаю все, до свидания, остаться. Так, сокрушил практически. Получается еще каждый раз. Ну давай, ладно, окей, пускай будет еще. Пускай будет еще. Что она нам даст, пока непонятно. Так, имеем добивание, шанс критического попадания, щит 10%, 5% максимум заражен. Хорошо, только вот не знаю, есть ли у нас щит, появится ли он. Вау, просто с двух ударов, как собаку, бешеный просто ушатал. Получается, щит каждые 12 секунд. И фокусировка второго уровня, это хорошо. Через каждые 12 секунд щит. Ну, нормально, нормально. Считаю, то, что ему нужно. Сволочь.
такими улучшениями мы обязательно покажем себя с наилучшей стороны. Ах, намазал. Ах, намазал. Ах, куда ты, тварь, тварь, ты что ж ты делаешь, а? О, ушел. Опа, как я его кинул. Лови. Так и знал, что с ноги вырублю. Вот, серьезно, блин, какое-то вот чувство у меня было. Привет, был человек, не знаю, что все за никнеймы, отклифы какие-то. Каждый требует поклона. Рук пробивает его критический урон. Здоровье 70%. Так, здоровье точно урон. Пускай будет критический урон 25. Если вдруг я смогу нанести его, то может быть даже сильные плюхи у нас есть. Хорошо. Хорошо. Ты смотри, не дает вообще даже чухаться. Блин, да что ж там творится-то? Я такое ощущение складывается, что просто перестал атаковать. Бред. Просто бред силой кобылы. Возможно, тебе стоит попробовать другое оружие. Но про дальность оружия это я уже как бы в курсе. Все, ребята, вот теперь точно последний заход. Точно, но это уже будет более сложное. Но здесь я побеждал только первого оппонента. Второго мне победить не удалось, насколько я помню. Хорошо. Давай, давай, подходи. Оп, попался. Не попалась. Это все чувак. Судя по внешнему виду. Может, что это мужчина. Вау! Какой чудовищный хайкик. Артем Пелс, Денчик. Всем привет, ребята. Сила, просто давай, ладно, фиг с ним, буду в здоровье вкидываться пока. Эх, запомнить бы, сколько эти беспилотов вкидывали. Происходит ли какое-то лечение, блин? Ой, хорошо. Ой, прекрасно, просто с этим разделался на ура.